Всем привет, вы на канале по заработку. Все вы наверняка знаете, что на YouTube можно зарабатывать деньги. Самый простой способ, самый стандартный способ, это просто получить монетизацию на YouTube. Чтобы ее получить, нужно, чтобы на вашем канале было 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра. Ну и после этого, как на вашем канале появится монетизация, вы будете получать деньги за каждый просмотр на вашем канале. И некоторые успешные каналы, у которых прям миллионы просмотров за месяц, получают очень хорошие деньги. В этом видосе я вам покажу два зарубежных канала, которые очень интересны. А интересны они тем, что первое, авторы этих каналов никогда не показывали свое лицо, и второе, свои видосы они даже не озвучивают. Ну и авторы этих каналов получают по несколько тысяч долларов в день. Ну и первый канал, который я вам хочу показать, зарубежный, называется Eva Experiment Gar. Данный канал очень интересен тем, как я уже говорил ранее, что здесь нету ни озвучки, ни лица, ничего тут нету, тут просто колесо от машины что-то давит. То она давит шарик, то бутылку, то арбуз. И видосы такие набирают, некоторые, которые не выстреливают, набирают по 100 тысяч, по 200, по 300 тысяч, а которые выстреливают, набирают по 2 миллиона, а то и все 12 миллионов. Если мы здесь сделаем сортировку по самым популярным, то здесь будут видосы, у которых 63 миллиона, 40 миллионов, 39, 23 миллиона. И этот канал зарабатывает бешеные деньги с YouTube монетизацией. И этот канал меня заинтересовал тем, что здесь довольно-таки несложный контент. То есть его несложно делать. Ну и давайте глянем одним глазком, сколько же этот канал примерно зарабатывает. Копируем вот здесь вот ID этого канала. Заходим на сайт Social Blade. Этот сайт примерно нам покажет, сколько зарабатывает этот канал. Тут мы вставляем ID канала и нажимаем поиск. За последний месяц этот канал набрал почти 17,5 миллионов просмотров. И вот сколько он зарабатывает за месяц. Минимум это от 4000 евро, в долларах это где-то 5000. Ну и максимум это 63 тысячи евро. Ну максимум можно смело делить пополам. То есть где-то 30 тысяч евро зарабатывает автор вот этого канала. В долларах это где-то примерно 40 тысяч долларов. Выпуская вот такой вот несложный контент. Ну и если вы думаете, что такой канал это единичный случай, то нет. Вот еще один, к примеру. И таких каналов очень даже немало, именно вот с такой вот тематикой, где колесо что-то давит. Тут все абсолютно такое же самое. Давайте глянем, сколько зарабатывает автор этого канала. Также копируем ID. На этом канале за последний месяц было 30 миллионов просмотров. И в среднем этот канал зарабатывает где-то 50 тысяч долларов. Также берем максималку и делим ее смело прям пополам. На этом канале 847 видеороликов. То есть вот сколько автор этого канала выложил видосов, чтобы зарабатывать 50 тысяч долларов в месяц. И вот таким вот каналом смело YouTube одобряет монетизацию, и на них люди зарабатывают вот такие вот нехилые деньжата. Ну и второй зарубежный канал, тоже интересный, называется вот так вот. Правильное название я это не прочитаю, назову-ка я его просто TimeLapse. На данном канале выходят видосы именно по этому самому TimeLapse, ну и вот так вот эти видосы выглядят. Здесь нет никакой озвучки, просто музыка на фоне играет. И тут, к примеру, просто происходит замедленная съемка, как какой-либо продукт портится. И через сколько дней он испортится. Этот контент уже, конечно, потребует побольше времени. Но данные видосы и хорошо вознаграждаются. Давайте посмотрим, сколько зарабатывает автор этого канала примерно за месяц. Также копируем ID. За последний месяц на этом канале было 89 миллионов просмотров. Ну и примерно автор этого канала заработал за этот месяц 150 тысяч долларов. На этом канале 364 видоса. И этот канал это тоже не единичный случай, таких каналов есть несколько. Так что вот такая вот ниша тоже присутствует на YouTube. Ну а если вам хотя бы немножко понравился данный познавательный видеоролик, то почему бы ему не поставить лайкосик, не подписаться на канал и не нажать на колокольчик. Ну а я вам желаю, как обычно, хороших заработков, удачи и до встречи.